В рамках реализации указа президента России от 7 мая 2008 года об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны данная мера социальной поддержки установлена в виде предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. На 1 марта 2016 года на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 207 ветеранов Великой Отечественной войны. На выделенные из федерального бюджета средства в этом году жилищные условия улучшат 138 ветеранов. В настоящее время для 24 ветеранов оформлены свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.